Милые мои дорогие зайки, спасибо большое за то, что вы у меня есть. И я думаю, что я должна поблагодарить не только вас. Это не только ваша и моя работа. Это также, конечно, нервы, работа ваших родителей. Это также работа нашего звукорежиссера Станислава. Это также работа нашей любимой Татьяны Николаевны. Все мы большой дружный коллектив. И даже если в дальнейшем, во взрослой жизни, вы не свяжете свою жизнь, свою работу именно с этой стезей, я надеюсь, что те знания, тот опыт, те трудности, которые вы преодолели, вам обязательно пригодятся. И помните всегда, что у вас есть вторая любящая семья, где вас всегда примут, всегда поддержат. Я горжусь и люблю всех вас. И я прошу, чтобы вы присоединились к нам на сцену. Thank you.
гостей нашей студии, поблагодарить Юлию Игоревну за те прекрасные творческие достижения, которые вот упали просто за этот год к ногам наших детей. И особая благодарность за то, что студия стала все-таки вторым нашим домом. И хочется, чтобы ветер перемен, влетая в окошки этого дома, нашептывал вам новые идеи для достижения творческих вершин. Спасибо огромное. Спасибо.